всем привет, друзья! Меня зовут Зефирус, и сегодня я буду снимать «Одна ночь» с Нептуном. Да, ребята, я, к сожалению, в прошлый раз ошибся. Ну ладно, не суть важная. Короче, это вторая часть, последняя, потому что следующая часть будет чуть-чуть пограндиозней. Ну, увидите, короче. Ну, в общем, поехали играть. Так. Наши аниматроники стоят на месте. Прошло 10 секунд. Все хорошо. Чего они стоят, алло? Так, а чем мне заниматься? Алло, вы что, уснули? Стоп. Опять кто-то ушел. Ну опять так. Так, пока что ничего не произошло. А, ну уже произошло. Ну все, это конец. Давай, давай. Давай, вот он. Он за дверью, гадина. Так, выходит, он к нам идет. Так, стой. Угу. Уже 2 минуты прошло. Пока. Ну иди, иди. Что, тут? Так, все, он ушел. Ну скажи, умоляю. Так, стоп. Ё-моё, ты меня испугал, понимаешь? Так, пожалуйста. Блин, испугал. Но я ожидал, конечно, что ты выскочишь, не дадишь мне повернуться. Ну окей, спасибо. Привык к этим скримерам, что я уже не сильно так уже и пугаюсь. Я уже привык. Выходит, Нептун просыпается, когда 2 минута. Окей, запомним тебя. Ребят, я понял, почему эту пиццерию закрыли. Потому что карантин же, да, точняк. Я охранник. Да, аниматроники? Ну, гляньте, они расстроены даже, что карантин. Я тут один в этой пиццерии, которую я всегда воскрешаю. Вот это да. Так. Ну вы будете идти? Выходит, когда FNAFPLAY на нас нападает, это отсюда, то мы должны дверь закрыть. Потом Нептун идет. И мы должны тут дверь закрыть. Нормально. Да вы вообще будете идти, алло? А вообще, сколько идет минут игра? Сколько игра идет? Не понимаю. Тут, кстати, тут вообще сцена исцарапанная сзади, гляньте. Так, не понял, все, FNAFPLAY начинает идти. Да? Ну, по идее, да, меня хотят как-то отвлечь. Так, ну где ты, FNAFPLAY? А кто ломает постоянно трубы, я не понимаю. Тараканы? Хотя, знаете, реально логично, кто в трубах? Тараканы. Я за ними буду наблюдать. Да ну вас!
Они что, ломают трубы, пока я на них не смотрю? Так. Вот ушел. Так, тут? Тут? Фух, не тут. Так, а где? Где он? Вы задрали меня. Так, ну окей. Так. Давай. Где он? Нептун? Да ну вы гоните! Я про... Так, ну ты тут. А Нептун где? Окей, пока. Да иди отсюда, что смотришь? Когда он оттуда уйдет? Да уйди ты отсюда! Иди! Боже, какой ты? Это пипец! Все, он должен отсюда свалить уже. Объясните, что мне делать? Он там стоит. Он за мной наблюдает. Что мне делать? Капец. Либо я что-то не втыкаю, либо точно какая-то логика исчезла в этой игре. Ну, типа, он там стоит, я закрыл дверь, он оттуда даже не уходит. Капец, что я должен сделать? Объясните. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вам легко, а мне приятно. А так, всем покеда!